и в продажу. Смели просто буквально за один. Ну а теперь этот финал принимает Италия. Стечков, понятно, что это был полуфинал чемпионата Европы. Сегодня поднапрячься придется Сергею Карасеву. После большого на витах, и вряд ли здесь стоит говорить о реванше. Вряд ли здесь ТСЦ насчитывает уже 37 матчей подряд. Можно прием от миланских болельщиков. Вчера его встретил баннер про этот календарный год. Ну и выходит сборная Испас. Провокации и болельщики, как буду только начал свой большой путь в футболе, и сразу же попал в сборную и на... И 4-3-3 у тех и у других. Узнали чемпионат Европы, а все может решиться и в основное время. На машина Лоренцо Инсинье выехала специально, чтобы перед началом этой встречи. И вот он, свисток Сергея Карасева. Матя тоже играет в этой же расстановке. Нет основных нападающих, нету Чиро Иммобили. Находится в отличной форме. Ни Локотелли тоже в отличной форме. Сасло. Куда сложнее ситуация у Луиса Энрике. Он не имеет сборную. Но Педри 18 творил. У Педри травма. Бускетс 5-й, Коти 8-й, Пабло Сарабия. Тучи лица названы. Смотрим футбол. Смотрим матчи полуфинала Евро. И то, что мы увидим сегодня. Понятно, Жоржиньо признали, что это был самый сложный соперник в тот месяц. Туда положение в серии А. Дальний удар Кьезы. Были вопросы по французский Леон. И вот атака Эмерсона. Прострел не получаем. Действие. А, было положение игры. Отметим действие Инсини, которое лихо. Атака через центр. Можно попробовать пробить. Удар поворотом. Тоже такое любопытное, пока в Португалии выделяется. Бускетс отбирает мяч испанцы. Из тройки. Полузащитник здорово. Маркус Алонсо. Сарабия. Передача. Опасно. Удар. Шикарный. Вскрыли правый фланг обороны. Сарабию никто не успеет. И теперь контратака итальянцев. Есть пространство. Кьезе самый. Зона через Ди Лоренцо. Прострел. Еще раз Пабло Сарабия. И итальянцы команды. Вот момент, когда Бастони. Испанцы. Опять у Эрсабль. Видимо, такая установка. Момент. Удар. Торресу. Торрес забивает. 11-й мяч в составе сбит. Маркус Алонсо его отдает. И у Эрсабль классно. Класс. За национальную сборную. Бастония здесь не успевает. Доннарумма уже точно поздно. Все-таки итальянцы где-то бы не доиграли. 1-0 Испания. Но Испания пока лучше играет. Маркус Алонсо. Вау! Вау! Пенальти на Евро. Удар Маркуса Алонсо. И посмотрите, сколько...